Удается достаточно спокойно вести мяч спартаковца через угрозу. Очень неудобная передача. Посмотрите внимательно. Сейчас мы видим уже концовку эпизода. Литикоса пытался подстраховать, но не то, что сделал спартаковский защитник. Конечно, надо было играть в эпизоде более надежно. Тем более была возможность, его не атаковали для передачи, потому что все игроки спартаковцев были под контролем. Ну и Моцарт, конечно, тоже мог сыграть более надежно.